Городские перевозчики приняли решение повысить стоимость проезда в маршрутных такси. Право поднимать цены в любое время и в любом размере, не уведомляя при этом власть, им дает федеральный закон, чем маршрутчики и воспользовались, сославшись на всеобщее подорожание. Повышается стоимость топлива, бензин растет не по дням, а по часам. Повышается стоимость на комплектующие. Индивидуальные предприниматели и транспортные предприятия участвуют в конкурсах, которые проводит у нас администрация города Твери, да? То есть достаточно большие возникают расходы. Насколько именно повысится стоимость проезда, все зависит от потребностей самого предпринимателя. Те, кто обновил парк автотехники, могут установить стоимость проезда хоть в 30 рублей. Никто им это не запретит сделать. За последний год в городе куплено больше 350 новых автобусов. Вот эти вот синие автобусы, которые используют Автосити, у Иванова автобусы в достаточно большом количестве закуплены. То есть город, в принципе, обновил за последний год практически на процентов 70 весь подвижной состав. Конечно, на современных и комфортабельных автомобилях, в которых не пахнет топливом и где сидит адекватный водитель, гораздо приятнее ездить. Но ведь такие автобусы курсируют по определенному маршруту, но не по всему городу. А стоимость, как всегда бывает, поднимут абсолютно все перевозчики. В том числе и хозяева тех убитых жизнью и тверскими дорогами пазиков. Понятно, люди недовольны, но что делать? Нужно покупать машину. Ездить на машине, хотя и бензин тоже дорогой. Ну что поделать, придется ездить. Ну что теперь, пешком не буду же на работу. Будем? Что теперь делать? Ну, на что попадется, то и поеду. Но не маршрутка. Кардинальные перемены в своей жизни, вроде хождения пешком или езды только на общественном транспорте, будут готовы совершить меньшинство. Большинство же сядет в маршрутку и заплатит столько, сколько запросит водитель. А сколько именно, будет известно уже в октябре. Сейчас говорится повышение на 2-3 рубля, но никто не исключает, что и больше. С 1 октября ряд перевозчиков уже планирует повысить проезд. Другая часть, скажем, на эту ситуацию посмотрит, там не знаю сколько, день, три, неделю, может кто-то будет месяц в ожидании. В любом случае для пассажиров изменения не пройдут незаметно, а подорожание заранее уведомят в объявлении в салоне автомобиля. Юлия Калинина, Илья Харитонов, ТВ Тверь.